общем, шли мы и пришли. Какой-то пляж. Чего за пляж? Ну, вода чистая, кстати. А тут вода какая-то сливается. Написано «Городская вода». Чего за городская вода? Вроде чистая. Кстати, откуда она? Вообще непонятно. В общем, какие-то тут строения закрученные там. Нравится людям это. Ну вот, природа, пляж. Вход бесплатный, с едой и водой нельзя. Там орешки нельзя, там воду нельзя. Ну, короче, бутылки даже пустые нельзя. А так, ну, в общем, бесплатно. Ну да, вот море, вот можно, да, бесплатно подойти к морю. И это правда. Ого, сколько. А, мы были, значит, вон там, и там как раз мост и монорельс. И дальше, много чего там, да. Но это там, да, это не здесь. Понятно. Кстати, туда заехать 10 или 20 дирхам, короче. В одну точку 10, в другую 20. Ну, собственно, как и везде. Но, в принципе, можно даже и бесплатно. Вот здесь.